Школьники городского округа Люберцы, которым исполнилось 14 лет, получают паспорта в торжественной обстановке. Одна из церемоний, где чествовали юных граждан России, состоялась в гимназии номер 41. Там работала съемочная группа нашего телеканала. Под звуки гимна Российской Федерации в присутствии почетных гостей. Сегодня 12 учеников 41-й гимназии сделают свой первый шаг во взрослую жизнь. С этим важным событием ребят поздравило руководство городского округа Люберцы. Сегодня вы получаете важнейший документ. Он первый ваш документ вашей еще такой молодой жизни. Это паспорт гражданина Российской Федерации. Получая этот документ, вы... Наверное, уже осознаете то, что это не только большая честь, но и огромная ответственность. За все ваши принятые решения теперь будете отвечать только вы и больше никто иной. Вместе с первым главным документом юным люберчанам вручили копию Конституции Российской Федерации, обложку на паспорт, а также поздравительное письмо главы городского округа Люберцы. На самом деле я очень счастлива, чувствую себя ответственной. Уже сейчас, на данный момент, могу принимать сама решение. И на самом деле очень приятное чувство. Я хотела бы пожелать всем ребятам удачи в обучении. Хотела бы сказать, чтобы все участвовали в волонтерских делах, олимпиадах и служили на благо своему государству. В торжественной обстановке паспорта вручают детям, которые принимают активное участие в жизни школы и городского округа, добиваются успехов в учебе, спорте и искусстве. По итогам прошлого учебного года гимназия 41 вошла в топ-100 лучших школ Подмосковья. Луиза Игязарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ.